Всем привет, дорогие друзья! Время и специально к плей-офф подготовлен новый мяч. И к финалу Лиги Чемпионов, конечно же, гимн Лиги Чемпионов, он даже немножечко заставляет нервничать. Для Барселоны, для Рональда Кумана Пике не играл 3 месяца. Он получит Европы, который пройдет в 2021 году. И, скорее всего, Парижем первый свой матч в Лиге Чемпионов. Ну и кто знает, выбирают, формируют состав и выбирают тренеров, конечно же, выиграть. Махнул мяча Марк-Андре Терштеген. Кильян Мбаппе против Сержиньо закрепиться не удалось. И потом ушел из Барселоны в Сампдорию. И очень мощная группа атаки. Марко Верати сегодня Гент из Бельгии. Делегат УЕФА, судейский наблюдатель Роберто Мили. Вот сейчас перебрался в Испанию. Играл за, что в 40 километрах от базы Пари Сен-Жермен. Мечтал. Был признан. Килор Навас, Дембеле. Под левую убрал. Удар. Проиграла 2-3. Порезвиться. Подача. И мяч уходит от модных записочек. Паредес. Указание тренера. Мойзе Кин. Хорошо пробросил мяч вперед. И друг с другом футболисты друг другу подсказывают. Подача Паредеса на ближнюю. 62-й с пенальти. Коллекцию. Представляете, еще на 88-й минуте. Если бы не переполнен бушующий Камп Ноу, сейчас момент. Расположился, передача на Гризмана. Положения игры нет, и Гризман успевает. Здание поставил под риск, так под сомнение. Вы чуть-чуть не рассчитал отскок мяча, но здесь легко переиграл Дембеле, который был у Антуана Гризмана. Не хватило для Левина Курзава. Если уж быстрая атака парижан, и Икарди момент. Икарди не получается, ведь сошел мяч с ноги, да, он шел, возможно, ворот. Вот, вот как раз, спасибо. Такие противостояния этих команд, они часто друг другом играют, сейчас хорош, Педри ее получает, вот, момент Педри, и, да, Пину, кто-то из игроков Барселоны подтолкнул, гостем мяч Барселону потерять, вот, подкат, история этого клуба. Мбаппе слева. Тот эпизод показать, когда Педри выбил мяч. Подача. Здесь хорош Пике. Прилипает. Дембеле пытается помочь в обороне. Мбаппе. Край. В 5-й минуте, чем у гостей. А вот падение. Задел. И могло в динамике создаться впечатление. Не было. Смотрите, сам себя. Де Йонг. Чемпионата Испании. А, ну сейчас отменят. Сейчас отменят. Правда, пенальти. Месси. Удар. И в девятку мяч отправляет. 1-0. Барселона повела в счете. Вот хотелось бы посмотреть досконально еще раз этот момент. Заделали Курзава в итоге ногу Де Йонга, сбив тому. Флоренци. Подача. Мбаппе пяткой. Попадает. Есть. Месси. И снова ошибка Парижа в обороне. Удар Дембе. Кимпембе. Курзава. А, Курзава. Курзава еще и головой прыгнул. Назад. Хорошо. Верати. Мбаппе. 1-1. 1-1. Вот это разыграли. Это было очень красиво. Это было здорово. И вот она, черепашка-ниндзя, забивает. Или он забивает свой 109-й мяч за Пари Сен-Жермен в 153-м матче и догоняет Паулетту. Кильян Мбаппе, ну и сам розыгрыш, и вот этот заброс на Курзава. Курзава дальше очень здорово сбросил мяч. По антропометрическим данным, конечно, преимущество за мяч. Подключил Курзава. Курзава. Штрафной. Удар в дальний угол. К Атлетику надо идти, а сам Гризман идет. Удар в дальний угол. Чуть-чуть не везет Антуану Гризману. Уже отыгран. Вот. Флоренци в центр. Мойзе Кин, удар в блич, а это Маркиньос, удар с левой, но его широкий шаг, Мбаппе от Гризмана ушел, Дест, как сейчас, Мбаппе будет подавать, подача, гостей, счет сравнял Икарди, с Икарди был рядом, просто дыхнул на
Париж Сен-Жермен. Может быть, это трансформируется в 4-2-3-1. Будем смотреть за матчем Бар-Пар. ВАР уже в мяче. 3-й, 5-й, 15-й Лангле. Удар. 15-й справа. Сержинью Дест. 2-й в опорной зоне. Бускетс. Педьонг 21-й. Педри номер 16-й. Гризман 7-й. Дембели начинает 2-ю половину встречи. Может быть, Куман... Кстати, Барселона будет уже выходить на ответную игру. Мойзе Кин 18-й справа, слева Мбаппе. Сильвесту непросто, он сегодня всю борьбу прогнал. Килиан Мбаппе против Дембеле. А вот атака Парижа. Икарди, почему же не сам? Икарди, удар! Половянных солдатиков из обороны Барселоны. Красиво подготовлен для плей-офф и финала Лиги чемпионов в Стамбуле. Здесь Альба уже... был близок к Икарди, и русский стал четвертым игроком после каталонского, испанского и англа. Пятка Мбаппе за несколько секунд. Передача Мбаппе. Чей лидирует среди французов Бензема и Тьерри Анри. Барселона и спокойненько разбирается. Кстати, здесь вот рикошет. Срок Барселоны. Кстати, что Мбаппе творит. Сегодня Мбаппе с дриблингом. Вот Месси в Пари Сен-Жермен на их отношения с Икарди. Но Икарди был в сборной. Алла в чемпионате. И сейчас Барселона третья. А вот Мбаппе... сырой, не сыгранный. И сейчас, в принципе, за последние 12 матчей. Гризман, можно под удар скинуть. Курзава против Дембеле. Прострел, мяч снова в ногах. Для Лионеля Месси просто идеальная позиция. И в стенку все-таки мяч попадает. В Бускетса, подача. Опасно! Гризман. Показывает, что надо продолжать игру. Кюперс, если в последних турах. Альба. Педри. Альба. Гризман. На углу штрафной. Дембеле мяч получил. Слепцы. А что там Терштеген-то? Почему в воротах остался момент? 2-1. 2-1. Выходит вперед Пари Сен-Жермен. Терштеген. Ну, Флоренцо сделал передачу. Классный пас от Паредеса. И Париж выходит вперед. Ну а почему Терштеген-то остался на линии, привязал себя, не рассчитал? Это не просто так, да, нам показывает режиссер, там в Испании круто ребята разбирают. Быть опасно, Мбаппе в штрафной, Мбаппе под левую и здесь. Знаете, как видите, на прямых ногах легко его Мбаппе обходит, и это все будет подача, и момент еще один, 3-1, 3-1, Мойзе Кин! Ну, пожалуй, ля шанс финаль, как говорят во Франции. Последний шанс был у Барселоны, видимо, зацепиться. Но раз уж дома на Камп Ноу такие вещи происходят, то уже и ля шанс финаль. Посмотрим по сайту. Вот я как раз говорил по Сержинью Десту, да, видите, как большой соперник, если вы следите за чемпионатом Испании, если вы так уж раскладываете подачи Месси. Еще раз смотрим, вот Икарди, да, бьет Пике по лицу, ну, смотрим. Ну, Икарди его придерживал от Парижа. В конце года заканчивается. Бускетс, надо рисковать Барселоне. И условия не такие, как у Лионеля Месси в Барселоне, но все равно для Месси. И ПСЖ в чемпионате не проигрывал 25-му туру. Там тоже весьма любопытно. Дембеле бьет. Паредес, Мбаппе. И оп, туда. Мбаппе. Новый клабхаус для... Барселоны Трин как разбежался. Тринкау, прям как его автомобиль. Ломбард. Париж грамотно разыграет эту комбинацию. Мбаппе, хет-трик. 4-1. До свидания. Барселона невозможно, а скорее всего на 99%. Сен-Жермен, может быть, это трансформируется в 4-2. Килиан Мбаппе, хет-трик. Ворота Барселоны на Камп Ноу. По-моему, Андрей Шевченко, да, себе позволял только такое. Ну вот Килиан Мбаппе... Как они это делают? Ну и 3-2 убежали.